лидеры Донецкой и Луганской области имеют свою четкую жизненную позицию. И, конечно, эти люди, они не могут не вызывать уважения. Вы знаете, я, как вам сказать, я вообще вот не сторонница военных действий. Я так человек очень такой толерантный, и любые военные действия для меня, как для женщины, да, но они дискомфортны. Но в данной ситуации я вот этими людьми просто горжусь, потому что уйти из мирной жизни, взять в руки автомат и защищать свою землю, на это способны, поверьте мне, не каждый из нас в мирное время.